Всем привет! Сейчас нахожусь в Эзер-галерее, в Эзер-парке. Сегодня мое дежурство. Вот так все продаю картины. Приходите в гости с 11 до 6. Каждый день открытая галерея, кроме воскресенья. Центр, он примерно размер как 3 или 4 футбольных стадиона. Поэтому здесь есть галерея, она очень большая, очень-очень большой масштаб. Многие художники сразу стран здесь выставляют. Много украинцев здесь, немцев, разные национальности здесь всех хватает. И мы здесь решили сделать тоже свою выставку, своих работ. Стане сосло, мы решили сделать вот выставку Марси Карт. Сейчас покажем нашу работу. Мы сегодня их выставляем. Сейчас осталось ценник и повесим. Моя фотография. Всем пока, хорошего настроения.